Так, давайте посмотрим, куда мы, собственно, поедем сейчас. Странно, в Майами нету. А где есть? Ага, вот тут есть. С поличным средним. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот. Быстрое перемещение, не маршрут. Ну ладно, пофиг. В принципе, я примерно понял, куда там ехать. Так, какое-то задание впереди. Пробуем выполнить. Хотя нафиг. Лень сейчас это делать. Так, вон я вижу наше задание. Мигает он где-то сверху. Машинка, кстати, классная, разгоняется быстро там. 250 км. Круто, мне нравится. Вообще все, что быстро ездит, мне нравится, в принципе. Хотя вот честно не представляю, как водитель видит такие стекла, точнее в решетке, которые сзади. Стоп, куда-то не туда. Я думаю, что нужно развернуть машинку и вон туда поехать. Да, вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, зато как ее на гравий-то носит. Ух, ю. Мама моя женщина. Не, эта машина для гравия вообще не предназначена. Ну, то есть, в нынешней сборке так точно, а в принципе, насколько я понял, она не предназначена для внедорожной сборки, поэтому это просто... О, боже, как ее носят. Ужас, и она всякая, в общем, вся чистая до ужаса. Эй, ну за что ты меня все время пихаешь-то, ё-моё? Пишуй. На. Ладно, так. Едем дальше. Почти доехали до миссии, собственно. Там что-то мигает, ну да фиг с ним. Лень сейчас собирать. Потом еще соберу. Так, вот миссия. Отлично. Доезжаем. Так, меняй тачечку. Эй, помнишь тачки 5-10, которые кто-то угнал? Ты про тех, из-за которых я тут надрываюсь? Мой человек видел одну из них на улице. За ней. Я нашел угонщика. Можешь замочить его, только тачку верни. По мне, так чем он мертвее, тем лучше. Хорошо, обязательно верну. Порви его. Прям порву его. Ладненько. Так, срезаем. Минус столб. Ох, как нашему напарнику. Ты прям, воу-воу-воу. Бедняга. Но у него тачка поинтереснее в этом плане. У него полноприводный джип, по идее. В отличие от моей заднеприводной фордяшки. Поэтому меня чутка... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, малой-малой, тихо-тихо-тихо. В карьере-то тут весело, я смотрю. Так, а ну-ка давайте поверху. Воу! Давай-давай! Перевернул-то прямо, а. Так, ладно. Надо все-таки догонять эту падлу. Не мне, так напарнику. Не напарнику, так мне. Кому-то в любом случае придется ее догонять. Прости, брат, но я тут. Здесь он ее сейчас кацанет. Ох ты ж, мама. Что он ее кацанет? Да, вот он ее кацанул. Еще пару раз, и, в принципе, мы ее выведем таким образом из строя. Ну как мы, он в данном случае. Ай, я шкин кот. Так, осталось совсем чуть-чуть. И давай вот дезертирка. Молодец. Он влетел, собственно, туда, куда и надо. Ух, как его развернул-то прям, смотреть. Ох, мама дорогая, он прям впарит в воздухе и летает. Реактивная машина. Ладно, заняли второе место. Ничего страшного. 20 уровень. Ой-ой-ой, 21 точнее уровень у нас. Серебришка. 9. Прям отлично. Все круто, все быстро. К чертям валим. И дальше перемещаемся. Давайте. Свободный режим. Прошу, возьмите все. Только отпустите. Где взял эту машину? Что? Я купил. У кого? Парень. Его вроде звали Гарри. Теперь вали отсюда. И подальше.
Ну что, поймал крысу? Прости, Эрик, он ушел. Да чтоб тебя! У нас тут проблема. Какая? Знаешь, кто украл тачки 5-10 и продал их? Гарри. Ого! Ты уверен? Да. А зачем, ты знаешь? Это связано с женщиной, которую я с ним видел. Буду копать дальше. Так, ладно, перемещаемся дальше. Только вопрос, куда? Так, это не то. Ага, вот. Так, А, вот она, Нью-Йорк. Так, отлично. Давайте где-нибудь... Да тихо ты. Да не... Так, еще раз. Прошу простить. Ладно, давайте куда-нибудь сюда переместимся. Быстрое перемещение. А там уж как-нибудь по прямой доедем. Разворачиваемся. И едем по прямой. Ладненько. Все отлично. Все хорошо. Вон наша миссия вовсю мигает. И доехали. И играет с командой, конечно же. Только тачку сменить надо. Есть у тебя план насчет Гарри? Ну, вообще-то он был таким. Во-первых, приехать к нему, а во-вторых, спросить, что, черт возьми, происходит. Правда, его еще нужно найти. Третьей частью я могу помочь. К сожалению, Гарри нашел жучок. Он все понял. Но тебе повезло, я слышала его звонок той женщине. Гарри едет к ней. Тебе говорили, что ты прирожденный агент ФБР. Думаю, это от тебя слышат все кураторы. Отыщи Гарри. И, в общем-то, поехали. Давайте, поддержите нас, ребята. Мы едем в сторону статуи свободы. Ладненько, поворотик. Ух. Ого-го-го, бедняга, как он вписался-то хреново. Так, ладненько. Ну, мы должны не подвести нашу команду. И хотя бы один из нас должен всегда находиться первый. А так получается, что одиночные миссии в итоге можно проходить в команде из 4 человек, что не может не радовать, потому что это прикольно. А пока что мы, как видите, едем вдвоем. То есть, в принципе, здесь еще есть для двоих места, как минимум. Так, опять... Нехорошее какое-то место. Так, раскидали всех. Ладно, проехали. Проехали дальше. Так, аккуратненько тормозим. Разгоняемся, тормозим, разгоняемся и доезжаем. Так, здесь прямо, походу. Ой-ой-ой, толпа, но она проехала нормально. Ладненько. Прямо. Отлично. Так, осталось совсем чуть-чуть. Всего 2 километра. Так, здесь ускоряемся. Отлично. Так. Едем по ориентиру. Так, надо как-нибудь аккуратнее вот здесь вот проехать. И да, вот как-нибудь так. Напарник хитрит, срезает. Вообще нечестно поступает человек. Я же вот не срезаю. Я почти на месте? Да, он прямо перед тобой. Так, ладненько. Ни в чего. Ай, хотел сказать не вписаться, но видите, в такси вписался. Ладно. Едем, финиш. Через 30 секунд будет финиш. Ну, давай, дезертирка. И финиш, все отлично, пришли. Ой. Опасно, это было опасно. Серебро мы заняли. И сколько она там? Плюс 10 нам добавляет, великолепно. Так, пропускаем. Все это пропускаем, переходим в свободный режим. Алекс, какого черта ты тут делаешь? Я знаю, что ты угнал тачки 5-10. И знаю, что ты отдал деньги той девушке. Вот только не понимаю, почему. Это женщина. Ее имя Конни.
Она была девушкой Дейтона. У нее 5-летний ребенок Бен. Сын Дейтона, твой племянник. Сукин сын, почему ты сразу мне не сказал? Я собирался, но она просила молчать. Смерть Дейтона ее очень напугала. Ты должен был сказать. Знаю. Извини. Ну и дела. Мне что, его к стулу приковать? Ну, типа того, но лучше не беспокойся. Он просто хотел помочь другу семьи. Это наша проблема, миссия это не повредит. Надеюсь, это так, Алекс. Как дела у Эрика? Почти готово. Еще немного, и мы будем чисты перед 5-10. А потом я получу метку. А история эта приобретает интересный поворот. Так, ладно, куда нам там надо? Угу. Так, вон миссия. Плюс 7 за бронзу. Значит, за золото нам дадут еще больше. У нас проблемы. Завтра в город прибывают V6, и им нужны деньги. А нам не хватает около пары штук. Не волнуйся, все будет. Ну да, еще волноваться, собственно говоря. Так, сюда, да? Нет, стоп, не сюда. Что-то я лоханулся. Сильно причем, походу. Там, видимо, на мост нужно заехать будет. Ну, ладно, мой напарник вообще в другую сторону уехал. Так. Оу, не на мост, а под мост. Ну окей. Точнее, в туннельчик. В туннельчик мы едем. Главное, ни в кого здесь не врезаться. Ух ты ж. Не врезаться. И ехать аккуратно. Не, бордюры это прям нечто. Не, подожди ты с заданием, я сейчас до него доеду. Не спеши. Так, притормаживаем. Аккуратненько. Здесь какая-то гоночка есть. Давайте пройдем, оставайтесь в пределах трассы. Интересно, на что я ее пройду. Все, знаете, у меня такое чувство, что я ее как-нибудь не пройду. Ну ладно, если верить золотой медали, то призрак где-то в попе остался. Причем, возможно, это не в ту сторону, просто надо ехать. Ну ладно. Ну, на бронзу хотя бы прошел. Точнее, на серебро. Ну нет, на золото таки, да! Ха-ха-ха! 16 уровень. Что-нибудь там она повысит? 21 балл моя! Офигеть! Десертирка в шоке! Да чтоб тебя! Все время меня перемещает, блин, бесит. Ладно. В общем, мы доехали до миссии. Принимай, друже. Давай-давай, соглашайся. Отлично. 14. Да, неплохо за золото дают. Рекомендуемый 212. Но у нас машинка получше. Эта гонка — наш последний шанс заработать. Не выиграешь — нам конец. Только не покалечь их. Будем стараться, как говорится. А там посмотрим. Не выиграешь — нас убьют. Хорошо, запомним это. Ладненько, давайте поедем. Ну, у нас друже на мини-купере поехал. Окей. Машинка помощнее, так смотрю. Только вот едет он не всегда по прямой. Но главное, что в принципе один из нас должен быть первым. Так что в принципе не важно, кто из нас будет первым. Потолкаемся чуть-чуть. Не дай себя обогнать! Нафиг, всем нафиг. А сам поехал дальше. Друже, прости, не хотел я, не специально. Ну да ладно, тебе, в отличие от меня, их будет намного проще догнать. А мне нужно будет сейчас удерживать еще машины подальше от себя. Ладненько. Я думаю, ты их сейчас догонишь потихонечку. Ничего сложного для тебя это не составит. Ладненько, ладненько, ладненько. Пока едем. 2 секунды отрыва от соперника. Так, тихо. Надо ехать аккуратней. Уже 3 секунды, и такси, и какая-то машина. Окей. Так, съезжаем. Подарочки.
непонятные подмостики. Странные здания. Чем-то вот сейчас мне, знаете, Most Wanted все это напомнило отчасти. Ну ладно. Едем. Вообще в лес съезжаем. Точнее, в парк скорее все-таки. Ай, аккуратно. Ну ладно, пока первый, пока что все нормально. Дружу уже третий. Сейчас, видимо, будет вот второй. Отлично. Я же говорю, ему не составит труда догнать их. Я же кого-то там вырубил, я смотрю. Так. Вот это сейчас аккуратненько пройдем. Я думаю, нормально будет. Вот. И вот так, да. Отлично. Так, здесь тоже надо аккуратненько как-нибудь все это разрулить. И не дать им нас обогнать. Ах ты, полицейский департамент здесь что-то выясняет. О, дружи, ты куда это так впендюрился там, во что? Такси! Дружи во что-то там влетел. Стал сразу третьим. Потом куда-то сейчас не туда он едет. Чувак, ты куда-то не туда. Ладно, видимо, у него какие-то проблемы. Потом придется мне одному в гонке участвовать и добиваться справедливости для народа. Я надеюсь, я победю. Так, ориентир, давай. Ну, сколько там еще по трассе? Давай, 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 тащи, дезертирка, тащи! Наконец-то! Все должно решиться здесь! Будь мужиком! Тащи! Отлично! Так, ну, дружи, я так полагаю, не успеет, потому что мне показалось, что он вообще остановился и... Видимо, нам просто придется подождать около 20 секунд. Ну, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Посмотрим на нашего, скажем так, актера. На нашего главного персонажа. Вот. Дружи, да, видимо, не успеет все-таки. Ну, ничего страшного. Я, кстати, ни разу не видел, что будет, если будет 0, и он не приедет. Я надеюсь, мы не проиграем. То есть, что, нам зачтется, что я сейчас выиграл гонку или нет? Да, зачлось. Отлично. 22 уровень, ребятки. Поздравляю самого себя. Ну и вы, надеюсь, поздравите. На серебро мы закончили. На 18 серебро. Что оно дает? А плюс 11, отлично. Так. Возвращаемся в свободный режим. Что я могу сказать? Это ведь покроет долг, да? Да ты спас мою шкуру, приятель! А теперь разыщем ублюдка, который нас обокрал, и отделаем его как следует! Ну, это ты уже как-нибудь сам. Ну, а мы тем временем продолжаем дальше ехать. Почти выиграли в чертову лотерею! Я вышел на тёлку, которая увела тачки. Она вроде девка того предателя, что терся тут у нас. Ну, Дилан, Делан, как-то так, не помню. Ты нашел ее? Пока нет, но найду. Дай знать, если что услышишь. Да, можешь не сомневаться. Обязательно. Так, куда дальше, куда дальше? Дальше мы куда? А дальше мы вот сюда поедем. Давайте где-нибудь... маршрутик, и где-нибудь вот тут вот мы переместимся. Ну, я просто, ребята, я не люблю, когда, знаете, вот сразу перемещаешься на миссию, сразу начинаешь, я люблю немножко так отдохнуть чуть-чуть от нее, расслабиться. Алекс, что случилось? 5-10 узнали о Коне и Бене. Что? Как? Точно сказать не могу, но нам нужно вывозить их из города прямо сейчас. 5-10 просто так нас не отпустят. Нам нужна семейная ракета, 4 места, а мощи больше, чем у гоночной. Есть одна идея. Жди у трассы, ведущей из города. Я попробую достать такую машину. Вот, в общем, сейчас будем участвовать в еще одной гонке. Надеюсь, нам дадут мощную новую машинку поуправлять, раз он знает, где достать классную тачку. Ладненько, посмотрим. Посмотрим, что из этого выльется. В принципе, нам туда, где уже находится наш напарник. Ему-то хорошо, он уже все эти гоночки понаоткрывал. Он туда может напрямую добраться.
Да я уже доехал почти. Чё ж ты мне предлагаешь-то это все дело? Сейчас уже доеду. Чё? Ну, а дальше можем, собственно, попробовать и поиграть.